Сделай кофеечек, пока я с кровати не встал, хорошо? Мелкий! Ты... Мелкий! Ты гулять пошел или опять, когда в туалет шел, заблудился, а? Так... Мелкий! Мелкий! Бомжара! Бомжара! А что с городом-то произошло за одну ночь, пока я валялся в кровати Тинти? Все заминировано! Так, нет, 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 мелкий! Рикардо? Нет. Нет, нет, нет. Сначала бомжара, потом Рикардо. Почему все заминировано, я не могу понять. Степа. Степа. А ты мне скажешь, пожалуйста, что здесь произошло буквально за 10 часов, пока я валялся и даже не слышал, как здесь весь город взрывается. К чё... Степа. Степ, встань. Встань, пожалуйста, Степа, встань, пожалуйста, ради святых яиц куриных! Степушка, пожалуйста, нет, это не лучшее время, чтобы оставлять меня одного. Бомжара уже ушел, Рикардо уже ушел, Степа, мне мелкого найти надо! Франкенштейн? Ах ты, собака сутулая, так это все ты сделал? Сюда подошел, собака! Мелкий! Мелкий! Пожалуйста, скажи, что ты просто без сознания лежишь, я не знаю, мелкий! Сраный Франкенштейн! Отстань! Отстань от меня! Отстань от меня! Обосраться и не проснуться. Мелкий! Ты там? Пописяка мелкая! Слава всему святому! Подъем нафиг в школу! Пора быстро! Первый звонок! 1 сентября! Вставай! Вставай давай! Вставай! Все, рюкзак собирай! Давай, быстро! Последнюю неделю, каждую ночь, мне снится один и тот же кошмар. Я просыпаюсь и нахожу мелкого. Выхожу на улицу и замечаю то, что весь город в огне. Все мои друзья мертвы. Подхожу в конец, замечаю Франкенштейна. Он начинает убегать. Выходи давай, выходи. Он начинает убегать, я замечаю мелкого. Франкенштейна больше нет. Подхожу к мелкому, он не шевелится. И в конце передо мной стоит Франкенштейн, который начинает меня избивать. Я-то думал, что вся история маньяка закончится на том, что мы просто узнаем, кто такой маньяк. Но нет, кошмары продолжаются. И как я понимаю, они меня не отпустят до того времени, пока я не узнаю, кто такой Франкенштейн. И единственный, кто мне может сказать, кто такой Франкенштейн, это маньяк. Поэтому, мелкий, засандаливайся, давай быстро в машину, идем за Степой, отправляемся к Елене Ветрянкиной и узнаем, кто же такой Франкенштейн. Стёпа! Выходи на улицу! Спускайся давай! Стёпа, к Елене Ветрянкиной на раз, два, три, быстро! Ну, на самом деле, ты бы мог в мою тачку залезть, она немного быстрее, чем твоя. Я как бы понимаю то, что ты везде хочешь на мопеде своем кататься, но так быстрее было бы. Это моя ласточка, я только на ней кататься буду. Все, ладно, хорошо, я не спорю. Встречаемся тогда возле Ветрянки, дай давай. Припаркуемся вот здесь. Вы сзади меня стойте, не разговаривайте, я сейчас все сам порешаю. Ты мелкий, молчи больше всех остальных. Я знаю, ты разговаривать очень сильно любишь. Здравствуйте, Елена, здравствуйте.
Лежи, дрыхни, да не бойся. Сейчас, давайте мы сначала выясним, как тут дела у Ванчоса. Его же побили в предыдущей серии. Аленка, как он тут, жив-здоров? Рассказывайте, Лена Ветрянкина. Чё ты, Ванчос, вижу два синяка под глазами, вижу нос красный, перелом руки левой. Штаны, джинсы порваны. Да, неплохо тебе от Аленки досталось. Но в следующий раз будешь знать, как новых баб заводить спустя 2 дня после расставания с предыдущей. Вижу, вы помирились, да? Ну, в принципе, Ванчос, так тебе и надо. В следующий раз будешь знать. Не дави на больное. Не буду, не буду. Елена Ветрянкина, чё как маньяк, как Арсений. Просыпался, не просыпался? Чё говорил? Да, просыпался. Пару раз меня в жопу послал, а так все нормально. Ага, ну ладно, я с ним могу разговаривать, он уже вот это, уже понимает, что происходит на этой планете. Или он до сих пор в коме? Арсений! Гончичек ты наш! Маньячочек! Пошел в жопу! Ай, как же сильно я скучал по твоему голосу, Арсений. Мы тут вот сегодня с пацантре собрались только по одной причине. Я тебе задам один единственный вопрос и после этого сразу же уйду. Хорошо? Иди в жопу. Арсений, ты бы на самом деле был бы еще благодарен мне, Степе и Мелкому. Ты бы нам спасибо еще сказал за то, что тогда тебя Степа всего лишь один раз машиной переехал. И ты всего лишь не можешь ходить. А ты прикинь, если бы Степа включил заднюю передачу и назад бы еще один раз дал, и еще раз бы тебя переехал. Там бы уже и не было Арсения Гонщика в роли маньяка. Поэтому ты нам еще благодарен должен быть. Один вопрос, единственный я тебе задам. Кто такой Франкенштейн? Ты действительно хочешь это узнать? Если бы я не хотел это узнать, я бы у тебя не спрашивал. Логично? Логично. Опа, ты шустрый-то какой, посмотрите на него. Арсений, кто такой Франкенштейн? Кошмар этот сраный последнюю неделю меня не отпускает. Я каждое утро просыпаюсь покрытым в поту от ужаса, то что и Мелкого кокнули, и Степу кокнули, и всех остальных кокнули. Пожалуйста, кто такой Франкенштейн? Тебе-то уже какая разница? Ты до конца жизни с койки-то не слезешь. А мне и Мелкому можешь, не знаю, здоровый сон хотя бы сохранить. Как ты думаешь, куда несколько месяцев назад пропал муж бабы Зины? Спился? И на заработки уехал? Это бабу себе другую нашел? Я-то откуда знаю? Может, в санаторий куда-то поехал на отдых? Ну ты мозгами пошевели, подумай. Муж бабы Зины пропал примерно 4-5 месяцев назад. После этого ни я его не видел, ни баба Зина его не видела, и все об этой истории как-то забыли. То есть ты хочешь сказать, что муж бабы Зины это... Бинго! Я правильно, значит, мозгами, да, пораскинул? А ты не такой уж тупой. Степа, спрячь биту. Мелкий, спрячь рогатку! Если мы его сейчас кокнем, то больше никакой информации мы с него не сможем вот это получить. Спасибо, Арсений. Желаю тебе скорейшего выздоровления. Спасибо, что ставил эксперименты, опыты над Геннадием Петровичем. И спасибо, то, что превратил его в Франкенштейна. Елена Ветрянкина, мы сейчас уйдем. Вы поставьте ему, пожалуйста, тройную дозу укольчика для поноса. Мне кажется, ему бы точно не помешало. Да, Арсений? Елена, не надо! Да, сейчас укольчик сделаем, это будет не больно, как комарик укусит. Так, ну вы давайте, ага. Всего лишь один укольчик, или даже можно два. А то давайте сразу всю вот эту партию. Давайте 10 укольчиков, чтобы пронесло так пронесло. Пошли, пацаны, давайте быстро. Времени очень мало. Если Франкенштейн это Геннадий Петрович, а Геннадий Петрович это Франкенштейн, я не знаю, что нам делать. Вариант: или его кокнуть, чтобы он больше не мучился, или его как-то вылечить. У меня в запасе... подвале. Там еще осталось пару неких полезных вещей от нашей последней сделки с контрабандистом. Пару коктейль Молотова и пару патрончиков для моего гранатомета. Только огонь может составить какую-то угрозу для Франкенштейна. Поэтому, пацантре, быстро за боеприпасами, быстро собираемся, встречаемся возле особняка. Давайте, давайте, давайте! Если мы спасем Геннадия Петровича,
Хотя бы будет какая-то светлая память о том, то, что здесь жили такие прекрасные люди, как баба Зина и ее муж. Бабы Зины, правда, уже нет. Ее маньяк кокнул. Но, может, мы хотя бы Франкенштейна сможем спасти. Стёпа, тебе два коктейля Молотова, мелкий. Тебе два коктейля, только аккуратно, аккуратно. Вот клетка. Нам как-то надо зайти в дом, выманить Франкенштейна и затащить его в клетку. Все очень просто. Правда, я не знаю, как у нас это получится, но мы как-то это должны с вами сделать. Затаскивать... А, ну да, и электрический забор, к нему лучше не приближайтесь, шандарахнет током. Вот, это на всякий случай, чтобы он отсюда не смог сбежать. Всем все понятно, план очень простой. А если он схватит кого-то из нас? А если он кого-то из нас схватит, Степа, тогда кому-то из нас земля ему пуховик, как говорится. Все, пошли, пацаны. Времени очень мало. И кошмары меня на самом деле уже доконали до конца. Аккуратно, тихо. Сейчас давайте я сразу же перезаряжусь. Прекрасно, обстановка вообще не нагнетается ни с каждой секундой. Доброжелательная такая прям. Замечательно. Все за мной и будьте, пожалуйста, наготове. Доставайте коктейли Молотова, пожалуйста, заранее. Если увидите его, забрасывайте огнем только по моей команде. И как-то вытаскиваем его в клетку. Пошли, пацаны. Ни пуху, ни пера, как говорится.